В течение 2 дней у нас была возможность это все увидеть своими глазами, увидеть как потенциалы, какие потенциалы имеются, исторические, современные потенциалы, и также ресурсы, то, что имеется рядом. Так как я сам керамист, для меня было действительно интересно, что рядом минералы, рядом земля священная, то, что можно использовать для керамики. Шуша становится центром притяжения тюркской культуры, и она таковая есть и будет, я думаю. Сейчас становится важным вопрос культуры. То есть раньше, сейчас становится важным не материальные вещи, а культурные умы людей. Есть, сейчас идет борьба за умы людей. Поэтому именно культура выступает как, так скажем, как лечащий врач. Все люди, которые сегодня открыли это место, которые поддерживают это мероприятие, эту конференцию, что они не только согласились, а я надеюсь, тоже опять-таки своей поддержкой показали, насколько им важно это. И это уже, то есть первый шаг сделан, да, то есть какой-то уже сигнал был поставлен и показан. Следующий шаг это будет понять, насколько им будет интересно начинать воплощать те рекомендации, те предложения, те идеи, которые были озвучены или будут еще озвучены во время этой конференции и во время вообще всего этого мероприятия.